все, что должно было быть у меня. Не было рассудка, я знал разных женщин, бывал и берез. Где эта девочка, где, ведь иначе вся жизнь не всерьез. Где эта девочка, где это солнышко, где это все, что должно было быть. Твое имя и отчество, ночь.
одиночества. Просто мне хочется, хочется быть с кем-то навсегда. И нам нужно как-то продемонстрировать мужскую женскую солидарность и показать вам наглядный пример, что две половины человечества не могут друг без друга. И поэтому для начала нашего эксперимента, уважаемые дамы, женщины, девушки, девы, девушки с ребенком, еще девушки, уже девушки и... Вечно 18-летние, все прекрасные дамы, леди, еще наш слово нашел, леди. И вы сейчас повторяете за мной вот эти две нехитрые буквы, на-на-на-на-на-на-на-на-на, которые образуют не менее нехитрые слоги. Как? Попробуем. Я вам покажу, и потом потренируемся. Мужчины, мы пока тихонечко с иронией наблюдаем за происходящим. Будет возможность вам проявить себя по всему свое время. Итак, дорогие дамы. Мне брачной дочерью Юрия Гагарина, я начинаю в этом убеждаться. И главное, что у нее прекрасный музыкальный слух. Мужчины, от вас музыкальный слух не требуется, поскольку не в этом сила мужчин вообще. Мы кое в чем сильные, мы знаем в чем. Мы можем петь громко, громче. Это важное условие конкурса. Сейчас вы должны показать, что даже если вас меньше, даже если... как это делается, как можно, это все там. Даже если вы забудете слова «Р» и «А», какую-то из этих букв вы забудете, все равно пойте громче. Значит, пробуем еще раз. Теперь только мужчины, мужики, вы защищаете своих дам от всех невзгод в этой жизни. И представьте, что вдруг на самое святое, что у вас есть, это ваша прекрасная половина, покусился враг. И вы должны, ну, у вас связаны руки, но вы должны мощным рыком, звериным, первобытным рыком испугать обидчика. Итак, именно таким вот образом вы сейчас должны спеть вот эти две заветные буквы. А женщины будут слушать, как вы будете их защищать. Это очень важный элемент в условиях конкурса. Дамы наблюдают за своими мужчинами. Итак. Свои голоса, скажем, эти ноты, волшебные буквы, слоги. Все смешалось, кони, люди, все счастливы. Спиртные напитки льются, химические реакции, значит, происходят гормоны. Выбрасываются большими-большими скоплениями в кровь. Эйфория накрывает весь Саратов. Итак, покажем, что это так, все вместе.
прекрасные зрители на планете. Во всяком случае, сегодняшним. С нами Вовка, с нами Вадим. Оттянулся всей компанией хотим. И гитарчами мы с собой приехали в Саратов клуб «Большой Фет», чтобы песни пелись для вас, дорогие друзья. Объявите до Валентина. С нами Алла, с нами Филипп. Его никто не звал, и сам собой Максим Вадим. Я надеюсь, что все будет хорошо. А что это за девушка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? Ну а мы такой компании должны на и припьемся. Где лишь, а лишь, а кто такая лишь? Красиво одевается, красиво говорит. Yeah.
6 февраля.